семейная пара из Москвы. Приехали специально, чтобы увидеть этот спектакль. Вот мы здесь, в Петербурге, мы здесь на этом спектакле, мы очень рады. Вот, мы рады таким теплым приемам. И, конечно, игра актеров, она великолепна. Во-первых, очень нестандартно, так сказать, написано. Вроде бы ожидаешь что-то другого, так, а получаешь больше, чем ожидал. Вот спектакль тоже сам по себе очень такой, как-то теплый. Из-за того, что сцена отсутствует, как будто ты находишься внутри. То есть ты сам присутствуешь, правда? Музыка тоже очень такая легкая, хорошая. Вот. И сами актеры такие энергичные, эмоциональные. То есть они заряжают. Образ актера соответствует с тем образом, о котором вы читали книги? То есть то, что было в вашей голове и то, что на сцене? Что-то представлялось, да, а так даже, я бы сказал, что полностью соответствует. Так вроде бы вот как-то он формировался не полностью, а сейчас дополняется, да, более конкретно. Так что благодарим вас за такое интересное мероприятие и произведение, конечно, тоже. Спасибо большое. Пожалуйста.